По традиции, в начале сентября в Латвии проходят Дни поэзии. К этому событию приурочены встречи с писателями и поэтами, творческие мастерские, презентации новых сборников. О роли книги в жизни каждого человека сказано много. Со сменным поколением меняются и предпочтения читателей. Но самое главное, несмотря на появление электронных книг, многие по-прежнему отдают предпочтение бумажным. Об этом можно судить и по статистике Латгальской центральной библиотеки. В настоящий момент в системе зарегистрировано свыше 13 тысяч пользователей. Среди взрослых, конечно, всегда были и остаются популярны детективы, любовные романы, исторические романы. Ну, если называть авторов, то можно сказать, что книги Татьяны Устиновой в топе находятся. Екатерина Вильмонт и Мария Метлицкая, да, из русских авторов, женские любовные романы, которые являются очень популярными у нас сейчас. Если говорить о детях, то дети читают русских классиков, конечно, потому что это часть школьной программы, да, рассказы для детей таких авторов, как Бьянки, Куприн, Чехов, это всегда популярно, всегда в топе. По наблюдениям Инги Геджуны, среди школьников самые активные читатели – дети с 1 по 4 класс. А вот утверждение, что подростки не интересуются чтением, главный библиотекарь назвала заблуждением. Они тоже посещают библиотеку, тем более, что сейчас выходит много книг, ориентированных на эту аудиторию. В августе нас посетили около 15 тысяч человек, значит, 15 тысяч посещений, и около 7 тысяч из них были дети. Но это, конечно, связано с тем, что летом были каникулы в школе, и у детей было больше свободного времени, чтобы проводить его в библиотеке. Ну и мы как раз тоже старались предлагать различные возможности заниматься, посещать тематические мероприятия. И вот эта программа наша специальная летняя для поощрения чтения среди школьников была очень популярна. О том, какие предпочтения в выборе литературы для чтения у дагупилчан и какая из прочитанных книг произвела на них впечатление, эти вопросы мы задали горожанам. Вы любите читать? Ну, конечно. А какой жанр предпочитаете? Ну, классический. А какую бы вы книгу посоветовали прочитать горожанам? Фактически мне исторические больше нравятся. Ну, про историю, да, про историю нашей страны. В данный момент я читаю книгу «Лайтвалзис». Я написал Суворов, кажется. Вот, про войну вторую. Вот я на данный момент этим увлекаюсь. А чем вызван такой выбор интересный? Латышский язык выучить заново, я забыла. Вы любите читать? Очень люблю, да. А какой жанр предпочитаете? Ой, ну я все предпочитаю. Все очень нравится. Очень хороший писатель Олег Рой. Да. А может, вспомните книжку, как последняя из прочитанных, которая произвела на вас хорошее впечатление? Ой, это была, да, книга Олега Роя «Искупление» было. Очень, я всем бы сейчас даже вот посоветовала бы ее прочитать. Очень захватывает, вообще интересно очень. Это даже лучше, чем даже фильмы смотреть. Шобрид Ласса Толстой, Каршин Вирс, Тасары и Спайдо. Varbūt jūs varētu atcerēties kaut kādu dzējoliņu no galvas? Tu kļūsi vientulīgāks gads pēc gada, no tevis atkāpsies pēc drauga draugs, redz ziediņš būs tev ceļā, rada kaut kas tur tam līdzīgs. Nu, tas ir jā, kalnā kāpēs. Šitāds ir bļūts. A kāko žanru pripačitājāt? Istorija. Viņa visu zimu prošlu библиотеке Латгальской брал и читал. Я по газетам больше читаю, по журналам, вот так. Книги не очень. Зрения нет такого, чтобы уже с очками так. Ну, читаю книги старинные, перечитываю все, это классика. А есть любимая книга? У меня Пушкин любимый. Вся эта поэзия его. Вы любите читать? Да, конечно. А какой любимый жанр? Фантастика, приключения. Может, вспомните книгу, которая произвела впечатление на вас, и вы бы хотели, чтобы и другие ее прочитали, посоветовать? Для детей, конечно, «15-летний капитан». Ну, а для взрослых «Унесенные ветром». Может, из школьной программы вспомните пару строк из какого-нибудь стихотворения любимого? У нас сейчас «Дни поэзии» приближаются. А, «Дни поэзии». «Унылая пора осень, а чей очарование?»